Потому что сегодня, когда, ну, потому что будет Новый год когда-то. Скоро будет Новый год, да? И мы сегодня с Миланой будем открывать новогодние киндеры. Белочка запрыгнула на елочку. У нас такая елочка с Миланой. На самый верх. На самый верх запрыгнула? Да. Куда? Высоко? Да. Вон она, где белочка. Она маленькая еще, она не знает, что это такое. Ну да. Это девочка. Сегодня у нас с Миланой вот такие киндеры, и мы будем их с елочки доставать. Они как игрушки такие новогодние висят. Вот такие и... ленточки там. И открывать, показывать, ленточки. Что там за игрушки нам попалось. Да, это ленточка такая. Так, ну что, давай будем открывать с тобой киндер. Выбирай, какой ты хочешь с елочки. Давай, доставай. И открывай нам, показывай, что нам там попадется. Так. Там был написано «Осёлочек». Там был нарисован кто-то? Снеговик, да. Наверное? Нет, а олень это, да? Да. Ой. Давай, наше яичко. Сейчас мы посмотрим, что нам тут там, за игрушка попалась. Там, наверное, белочка, мальчик, а это девочка. Там сейчас мальчик. Посмотрим, что тут нам попадется. Белка. Белка. Да нет, тут что-то непонятное. Это что такое? Да, тут нам какой-то попался такой воздушный змей. А, его ой, можно запускать. Он его. Тут, он порвался. Он не порвался, мы его сейчас запустим. Нет. Там специально дырочка есть. Почему? Вот тут они такие разные есть змеи. Зеленый, фиолетовый и синий. Нам попался зеленый. Сейчас мы его соберем и покажем. Вот, вот у нас какой-то получился такой змей. Но мы его сейчас запускать не будем, потом посмотрим. Да. Такая какая-то игрушечка первая. Да. Вот так вот. Ну что, давай открывай следующий. Уже да. Он тебя повис, там один киндер ждет тебя, когда ты достанешь его. Ну, киндер открывайся не может. Ну, вот пойдем так пить. Вот, доставай, давай. Наши киндеры на елочке. Там, тут Дед Мороз. Тут Дед Мороз нарисован? Да. А ну-ка покажи. А, точно, Дед Мороз. Милана тут открыла уже. Дед Мороз. Ну, у нас же новогодние киндеры, поэтому да. Дед Мороз и нарисован. Да, еще снеговик и осел. Давай. Я хочу открывать. Там белка. Бывает. Белка, ты все белку ждешь? Да. О, уже достала? Ну, ты так быстро. Да. Ну-ка. Смотри, я сейчас делаю тыдыщ. Тыдыщ! Ух ты! Что там, же там попалось нам? Там белка. Да нет, не белка. Зебра. Зебра? Это не зебра, это кто-то другой. Милана, это не зебра, это нам попался такой тигренок. Да. Снежный барс, наверное, это. Вот кто нам попался. А там вся вот. А ну-ка, давай посмотрим. Вот вся коллекция. Вот вся коллекция. Здесь у нас есть лев, там и другие какие-то животные. А ну-ка. Кто тут нам попался? Пантера? Пантера Тигрс. Такая пантера. Белый тигр такой. В общем, то ли пантера, то ли тигр. Ну давай, открывай следующий киндер. Доставай с елочки наш киндер. Чего там? Это ленточка. Это ленточка. Ну ленточку-то зачем доставать? Надо сюрприз доставать. Сюрприз. Киндер-сюрприз. Киндер. Достала? Ну давай, я тебе помогу. А сама я открою. Да. Там тут снеговик. А тут снеговик, а ну-ка. Вот такой снеговичок здесь нарисован. Новогодний снеговик. На, открывай. Конечно, звездочки. Давай, ну-ка, что там нам попалось? Смотрим, смотрим, открываем. Ты-дыщ. Ух ты.
Там... Что-то непонятно, сейчас глянем. Нет, тут... И нам с Миланой попался вот такой снеговик. Его нужно повесить на елочку. Его можно повешать на елочку, да? У него здесь можно вот его за ведро прицепить. А вот вся коллекция снеговиков таких. У него тут юбочка такая. Видите? А вот снежная кавалера. Вот, да, нам попался такой снеговик. Его можно повесить на елочку, действительно. Милана права. А здесь всякая такая коллекция, тут кого только нету, и Дед Мороз, и Щелкунчик, и другие какие-то ребята, зверята. Классно. Ну вот давай, доставай следующий, киндер. Угу. Высоко берешь, ну давай, открывай. Там уже все киндеры открыты. Что открывать? Давай. Что там? Там, наверное, белка. Ты все белку ждешь? Да. Так, открываем. Давай. Ну-ка, что тут? Ух ты. Что же это? Сейчас посмотрим. Нам попался такой какой-то человек. Милана говорит, человек-телевизор, да это? Да. У него так вместо головы какой-то телевизор. И он может делать так. Вот здесь протираешь. Здесь есть такая штука. Ее поворачиваешь. Потом начинаешь ему здесь. Оп-оп-оп. Он как доска. Тут можно рисовать. Надо мне попробовать. А потом ее нажимаешь. Заново поворачиваешь. Надо мне попробовать. Сейчас. И хоба, все стирается. Все на место. Ух ты. Вот такой человечек. На, попробуй. А это получается здесь... коллекция. Опять желтый, зеленый, синий, красный. А нам попался вот такой красный. Ну что, давай открывай следующий. Да, животное смотрит, как я. А снеговик спит. Достаем следующий киндер. Помочь? Да. Ну-ка, вот этот вот киндер. Снеговик. Там опять снеговик попался. Опять снеговик? Да, не с Г. Веревочка. Открывай, киндер. Там, наверное, белка. Милана еще никак белку не может дождаться. Давай, да. Яичко. Что же там? Ну-ка. Ох ты, тут какая-то машинка. Бум. А, это скейт, ух ты! Нам попался такой скейт, это как фингерборд, да? Его можно на пальчиках с ними играть. Не стоят, смотрите. Такой вот скейт. А это коллекция разных скейтов, здесь есть синий, красный, зеленый, еще какой-то один синий скейт. Нам попался вот такой вот красненький скейт. Вот он, это как фингерборд, и можно так пальчиками играть. А тебе не достать. Классно. Это кто там, Дед Мороз? Слушай, столько разных интересных игрушек попадаются. Прям вообще классные киндеры. Давай, открывай. Киндеры классные, но зато там никак... Ну, зато белки не попадаются. Ну, у тебя же есть твоя белка. А еще нужен мальчик, это девочка. Вот у тебя же есть белочка. Это девочка, а нужен мальчик, сыночек. Так, что тут у нас будет за игрушка? Ну-ка, ух ты! Мотоцикл, Милана! Ничего себе, какой мотик! Мотик, брум-брум-брум! А ну-ка, его если так поставить, он будет ехать. Вау! А ну-ка. Куда он поехал? Классный моцик, да? Это мой мотоцикл. Это его мотоцикл. Вот такая коллекция мотоциклов разных цветов. Заводных таких. А нам попался такой, какой-то золотистый мотоцикл. Ну давай, достаем дальше. Что там у нас еще? Сколько киндеров осталось? Так. На. Ой, тут опять осел. Киндеры на елочке. Осел. Осел опять? Олень, это а не осел. Олень.
Так, и что тут? Ну-ка, давай посмотрим. Что я умею? Что тут? Что тут у нас за игрушка? Вау! Ничего себе. Нам попался такой вот утенок из той же серии, как снеговик. Его можно подвешивать на елку. Но у него почему-то у нас не оказалось юбочки вот этой вот нижней даже части. Нет, хотя не нужно. На рисунке не она нужно. Нарисована. Не нужен ему юбочка. Он же мальчик. Он мальчик. Пусть будет без юбочки. На своего утенка. Ну, это вот его юбочка. Хотя вот в коллекции нарисовано, что у него должна быть такая юбочка. Внизу его можно вешать на елочку. Эту коллекцию мы уже показывали. Давай, доставаем следующий. Во! Ну-ка. Там опять сосило. Да что такое? Что такое? Опять осел? Да. Олень. Олень опять. Мы с тобой путаем все время, да? Да. Так, давай. Так, достаем следующую игрушку. Что же нам там попадется? О, прикольно. А ну-ка сейчас соберем. Нам попалась такая снежная королева. И она с юбочкой. Ее тоже можно повешать на елочку. Вот здесь есть веревочка. И она будет висеть на елочке. На снежную королеву свою. Он должен с мальчиком. А он должен с ней. Вот. Вот она, снежная эта королева. Давай, доставай следующий. Это папа. Папе дашь? Давай папе. Сейчас папа откроет. Ну-ка. Каждый маленький кабельник. Выходит в камеру. Что тут за игрушка? Да. Вау, тут какой-то зайчик прикольный. А ну-ка, сейчас соберем. Нам с Миланой попался такой классный зайчик зелененький. Такой веселенький, такими ушками прикольными. Вообще классный зайчик. Милана, на, держи. Смотри, какой зайчик классный. Вообще прям. А это вот коллекция такая, которого можно, которым зайчик нам попался. А тут что у нас? Тут зайчики разных цветов. Оранжевый, желтый, зеленый и синий. Ну давай, доставай следующий. Осталось у нас еще это с Миланой. Это папа откроет. Это папа откроет? Ну давай, папа откроет. Каждый маленький ребенок выходит, конечно. Открываем. Каждый маленький ребенок выходит, конечно. Так. А красивый фен на свете. Это я, наверное, свет. И что же тут за сюрприз? Ты-дыщ! Ой, а тут какой-то зверек. Сейчас соберем. Вот это мой друг. Такой бульдог, собачка. Милана, смотри, она умеет гавкать. Тут она так ногами шевелит. И вау-вау-вау. Как-то так. Ну, в общем, еле-еле открывает рот. Вот такая собачушка. Она какая-то злая такая. Да. Сердитая? Да. А это коллекция. Вот таких разных собачек, держащих кость. У нас, кстати, тоже есть кость. Где наша кость? А, вот наша кость. Такая вот косточка. А он... Ну, давай, что там нам? О, у нас осталось два киндера. Да, совсем давай. И вот тут еще один. Давай, открывай. Пап, дальше ты. Дальше я. Ну давай, дальше я. По окнам, по окнам. Киндер, 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 киндер. Что же там внутри? Что же там за игрушка? Ух ты! Милана! У нас есть другой мотоцикл из этой же серии. Только он такой оранжевый мотоцикл. Привет, друг! Привет! Привет! Как дела? Давай кататься! У-у-у-у.
Заглох. А давай вдвоем. Ну что, давай последний откроем, киндер. Это следующий ты. Следующий я? Да. Достаем с елочки наш киндер. Вау! Упала наша игрушка. По логам. Тут снеговик у нас. По логам. Распаковка киндера. По логам. Так, ну и что тут? Попадется. Ух ты. Интересно, что это за игрушка. А ну-ка. Нам попалась такая. Я так понимаю, это увеличительное стекло такое? В виде морских каких-то зверят всяких? Это медуз. Медуза? Да, медуза. А ну-ка давай посмотрим поближе ее. Нам попалась такая вот игрушка. Это такое увеличительное стекло здесь. Преподносишь так, и оно увеличивает. Ну, какие-то буковки, тут что тут есть? О, вон там буквы какие большие, увеличивает оно. Можно читать. Такая вот игрушка. Вот это мы сегодня с тобой коллекцию собрали, да? Да. Сколько много игрушек. Жалко, что белки не попалось. Ну ладно, ничего бывает. Да. Вот такую коллекцию сегодня мы с Миланой собрали разных киндеров. Кого здесь только нету. И мотоциклы, и скейты, и утята, и снежные королевы, собачка, зайчик, снеговик. И утята. Тигр. И не так далее, да? Не утята. Не утята, а кто это? Зверята. Ставь лайк и подписывайся на канал Принцесса Милана. Открывайте новогодние скидки и ставьте лайки. Всем пока-пока. Ставьте лайки. Пока-пока. Пока.